Теперь я прочту несколько миниатюр двустиший. Вот как-то так получилось, что четверостиший пишут очень многие. Игорь Губерман здесь просто, с ним невозможно конкурировать. Одностишие пишет Вишневский. А вот двустишие как жанр, в общем, практически не существует. Сам Губерман, он двустишие использует как название к своим главам. Очень часто, вот если вы вспомните, если кто читал его книги, типа «Если жизнь излишне деловая, функция слабеет половая». То есть он просто названия такие. Или «Храпит и яростно дрожит казацкий конь при слове «жид». И я вспомнил, я был когда-то очень поражен двустишием Давида Самойлова, который просто раскрывает всю тему мужской любви. «Дорогая, будь моею, а не то не будешь ею». Вот. Но в принципе это отдельные кусочки, а в целом жанра не было. Сейчас есть замечательная израильская поэтесса Рената Муха в Израиле. Она пишет совершенно потрясающие двустишие, где-то на стыке детской и взрослой поэзии, очень озорные, хулиганистые. Да, совершенно верно. Вот дела, подумал лось, не хотелось, а пришлось. Да, то есть гениальная вещь. Вот, я написал несколько двустишей, так, чисто экспериментально. Когда подходит бык к овце, овца меняется в лице. Не кляните времена, наступив ногою на. Бразильский сериал смотрел маньяк, к концу он наконец-то понял, как. Был слон благовоспитанным вполне, но часто опасался, как бы не. Он пошел с утра на пляж, потому что ну куда ж. Она трудилась на дому, но редко помнила, кому. Захаживал к кобыле конь в пальто, а окромя практически никто. В стайке осетров плыла муму, плохо понимая, что к чему. Лось резвым был, одолевая мили, пока ему в дверях не прищемили. Случилось как-то колика с овцой от злоупотребления мацой. На водопой явился козадой, застенчиво болтая ерундой. А если брал кого за вымя, то исключительно во имя. Барану ляпнула овца, но пасаран. Но, как назло, не знал испанского баран. Отсылаю решительно прочь тех, кто с первого взгляда не прочь. Испытывал чувство стыда, поскольку нет-нет, да и да. Оставшись с ней наедине, он осознал, что лучше б не.